Всем привет! Сегодня мы проводим эксперимент. Попробуем сделать большой киндер-сюрприз, как у мисс Кетти и мистера Макса. Ну что ж, приступим. Для этого нам понадобятся шарики. Возьмем белый, клей ПВА, кисточка, вода, немного белой бумаги и белая гуашь. Ну что ж, мы надули шарик, он достаточно большой получился. Теперь его нужно обклеить бумагой. Первый слой у нас будет просто с водичкой. Так, пару минут у нас что-то пошло не так, и наш белый шарик благополучно лопнул, поэтому мы решили надуть зеленый шарик и взять другую бумагу. Рекламную продукцию магазина «Пятерочка». Что ж, этот шарик выдержал у нас обклейку бумагой газетной. Теперь мы его обильно смазываем обычным клеем ПВА. Немного смазали его клеем, нижнюю часть пока оставим, и наклеиваем первый слой на уже белой бумаге. Ну что ж, мы обклеили наш шарик в два слоя белой бумаги. Сох он у нас долго. Не знаю почему, но на это ушло почти 2 дня. И теперь нам осталось покрыть его белой гуашью. А потом вот здесь нарисуем оранжевым. Ну, поехали! Что, с белой гуашью мы закончили. Далее будет нанесение цветных элементов. А пока оставим наш шарик вновь немножко подсохнуть. Так, ну что ж, белой гуашью мы покрыли. Теперь остается только закрасить низ красной краской. Снизу мы разукрасим яйцо оранжевым цветом. Я смешала красную и оранжевую краску, чтобы цвет был более выразительный и похож на настоящее киндер яйцо.
Ну что, наше яйцо уже приобретает красивый вид, оно уже похоже на киндер-сюрприз. Осталось совсем немножко наклеить наклейки с надписями и положить туда разные сюрпризы. Наше яйцо киндер-сюрприз уже готово. Получилось очень красиво. Мне кажется, Маруся будет просто в восторге. Осталось только положить сюда вкусности, игрушки. И что здесь внутри, вы узнаете в нашем следующем видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Итак, наше киндер-яйцо уже готово. Яйцо киндер... Да? Да!